Теперь каждый желающий крымчанин сможет увидеть ранее скрытые от общественности книжные артефакты. На базе Крымской республиканской научной библиотеки создадут региональное отделение президентского электронного книжного хранилища. В нем находятся более 50 миллионов отсканированных фолиантов, которые были собраны в единый ресурс со всей России. Объединить наши информационные ресурсы и предоставить всем посетителям библиотеки, а это, по сути дела, и через вашу библиотечную сеть и библиотекам региона, то есть края, для того, чтобы они могли пользоваться ресурсами президентской библиотеки, то есть те, которые оцифрованы.